Зима решила напомнить камчатцам, что она не так уж и далеко, и подарила жителям Петропавловска снег, непродолжительный, но ощутимый. Как сообщили синоптики, первый снег в столице Камчатки выпал как раз по расписанию. По данным наблюдения с 1940 года, первый снег в Петропавловске выпадает примерно в это время, как и сейчас, октябрь, начало ноября. Самая ранняя дата выпадения первого снега была зафиксирована в 1976 году. Снег выпал 24 сентября. Самая поздняя дата выпадения первого снега в Петропавловске отмечалась в 1990 году. Тогда первые снежинки полетели в городе только 26 ноября. Но такой снег, как правило, не остается надолго. Снежные улицы появятся в краевой столице чуть позже. Первый снежный покров появляется в городе 31 октября, а потом он тает. И средняя дата образования устойчивого снежного покрова, который уже сохраняется всю зиму, это 13 ноября. Но, несмотря на это, жителям края пора задуматься о смене летней резины на автомобилях на зимнюю, чтобы быть готовыми к снежным дорогам.